Друзья, всех приветствую на канале Bug Car Show и в сегодняшней утренней распаковке легендарный Ford GT40 Mark IV. Именно этот автомобиль одержал триумфальную победу над заклятыми соперниками из Ferrari в 1967 году, причем сразу в двух гонках на выносливость, 12-часовой и знаменитых 24 часах Лимана. Что до модельки, то примечательна она разве что крупными пластиковыми фарами. К счастью, Hot Wheels на этот раз не схалтурил совсем уж откровенно и не стал делать эту фишку данного кузова цельнометаллической. Но, разумеется, вилсы не были бы собой, если бы не пожадничали в чем-то другом. За стекло фар мы традиционно платим полным отсутствием декалей на задней части автомобиля. В целом машина представляет собой крепкий такой середнячок мейнлайна, не совсем болванка, но и выдающегося совершенно ничего в проработке тоже нет. В общем, эталон мейна Hot Wheels как он есть. Данная модель выпущена в 2021 году и на момент этого обзора имеет только единственный вариант расцветки, собственно тот, что вы видите на своих экранах. Конечно, позже появятся другие цветовые вариации, но именно сейчас машина выглядит максимально копийно. Такой же цвет, полоски и даже бортовые номера, как у оригинала из той далекой эпохи. Разве что диски подкачали, но что поделать. Ну что, давайте теперь посмотрим на результат квалификации. Чудо не произошло, друзья, это типичнейший середняк класса C, ну что в общем-то тоже неплохо. Ну а я прощаюсь с вами до новых видео, не забывайте подписываться и высказывать свое мнение в комментариях, и конечно оставайтесь с Bug Cars Show.